Все начинается с семьи. Простое известное выражение как никогда отражает реалии жизни. В этом уверены организаторы конкурса «Мирилиот Басым». За 10 лет в нем приняло участие больше 900 семей в Кустанайской области. С 15 мая начался прием заявлений на участие, и продлится он до 15 июня. Поучаствовать могут семьи, члены которых имеют трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные и научные достижения, а также семьи, которые занимаются волонтерством. На сегодняшний день мы можем сказать, что этот конкурс нужен. Мы должны показывать нашему молодому поколению, что несмотря на какие-то другие моменты жизни, что есть работа, самое основное – это, конечно же, семья. И молодому поколению мы должны прививать какие-то ценности, семейные ценности. А данный конкурс показывает именно все те непосредственные моменты, которые именно связаны с семейными ценностями. Мурат Искаков уверен, что семья – источник любви и уважения. Именно на этом строится любое цивилизованное общество. Поэтому конкурс очень важен. Ежегодно заявки на участие подают около 100 семей со всего региона. После в каждом районе и городе специальная комиссия проводит проверку представленных документов и определяет одну семью победителя, которая после проходит на областной этап. В Управлении общественного развития отмечают, что в последние годы в конкурсе принимают участие все больше именно молодые семьи. Молодые семьи, они сейчас на подъем очень такие, знаете, как сказать, шустрые. То есть, если раньше были семьи более возрастные, то последние годы мы замечаем, действительно, эта тенденция растет. Молодых сейчас, молодежь, не надо уговаривать. Они сейчас амбициозные, им это все нравится. И, соответственно, конечно же, в районах, городах очень много интеллектуальной молодежи сегодня, то есть которые не боятся показать, на что они способны. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно обратиться в районный или городской отдел внутренней политики, где предоставят перечень необходимых документов. Церемония награждения лауреатов конкурса проводится обычно осенью в торжественной обстановке с вручением дипломов и статуэток. Затем самая образцовая семья области едет защищать честь региона на республиканский этап. Валерий Тощев, Алия Досмагамбетова, РТН.